Эй, привет, господа! Приехал я с Новосибирска, а тут, в общем, всплыл он. Как раз, все отлично, все прекрасно. У нас надо, глупо. В общем, нам надо прокачать, как всегда, что-то глобальное, что-то классное, что-то, в общем, на что сможем мы карбануть карбанута. В общем, карбанем краба, и тогда жестянщик, господа, жестянщик. Сколько дают за жестянщика? Немного дают. Всего-то вот надо, да, следующий этап будет гораздо круче, чем тот, который мы сделали сейчас. А вот, господа, значит, сейчас я пойду нагибаторствовать, в общем, товарища Карбососа за все его злодеяния, в общем, которые он сотворил и мог бы сотворить, в общем, с простым честным народом. Вот. В общем, господа, как-то, в общем, как-то так. И минку он прикроем немножечко. Вот. Но как-то, как сказать, на этом наши полномочия все. Пулеметное гнездо вот сюда куда-нибудь. Ну, в общем, что? Вот он, значит, наш карбосос. О, значит, ну тут пока какая-то новая штуковина появилась. Я, в общем, короче, что, насыплю пыли на мои статуи. Заберу ресики, которые мне пришли. Вот, насыплю пыли. Усилю тут, короче, все, что могу усилить. Да, я подлый, мерзкий тип. Вот, усиляем, значит, и усиляем атаку. Усиляем защиту, потому что я, короче, буду нагибаторствовать краба до упора. На смерть, как говорили, в общем, те товарищи, которые шли на смерть. Так, значит, вот у нас, как всегда, тут есть, короче, товарищи карбососы, которые сейчас мы освободим. Ух ты, они как летающие стали. Вы смотрите, пацантрат, так это ПВОшная фиговина, походу. Вот что это такое. Это ПВОшечка, товарищи, господа. Походу, ну такая мега, короче, минирище или минерище. Я даже не знаю, как ее назвать. Давайте посмотрим, что она творит с танками. Просто надо же знать врага в лицо. Ну, в общем, довольно-таки слабовато она на первом уровне. Но я думаю, что как бы в остальных уровнях она как бы вообще ровный пац. Не уверен я, что гренадеры это именно та каста людей, которая мне сейчас тут нужна, но как бы на первом этапе думаю вот так вот. А дальше, как говорится, поперли. О, что-то я ворвался. Ну, думаю, парочка, ничего страшного не случится. Так, вот давайте, короче, сразу вот сюда долбанем, а потом вот сюда и вот сюда, чтобы как бы по центра сразу. О, хара-ха. О, что это? Вы видите, она как-то вот напаснула, и они от нее почему-то убежали. То есть, вот, видите, разлетаются просто в разные стороны. Почему вот так вот, непонятно. То есть, видите, она взрывается, и они просто отскакивают тут. То есть, от моей штукенции, летающие эти штуковины, и все. То есть, я вот попытаюсь подсобить как-то тут, чтобы вот... Видимо, у нее такая же система урона, что вблизи себя она ничего не может, в общем, с этим сотворить. Летающие мухи, я говорил, что возможно они будут что-то, какие-то юниты будут, потому что, ну, игра довольно-таки обширная, и могут быть юниты, которые, то есть, летающие. И вот они, пожалуйста. Пожалуйста, как говорится, заказывали, вот вам. Юнитосы, которые летают. Все. Понимаете? Папка был прав. Папка был прав. Вот так вот. Чик. Может быть, даже получится отсюда их раздолбошить. Прям с тыла зайти и вот здесь сейчас расчистим. Давайте попробуем. Чисто крабастерами закидаем все. Конечно, ай-яй-яй-яй-яй-яй, это очень близко, и да, то есть вот эти крабастеры сейчас будут тупорылить. Но все остальные четко все отработали, то есть видите у нее какая фишка, то есть она заставляет, в общем, неадекватно вести войска себя, и они, то есть, становятся неуправляемые. Скорее всего, это какая-то
пушка дурман или вот что-то в этом роде, чтобы, как сказать, было, то есть, ну, неожиданно, конечно, интересно, да, жуткая мортира, вот чем она вообще называется, эта штукенция, называется штукенция, это жуткой мортирой. Ну, в общем, в атаку, что могу сказать, в атаку, пока нас мортиры эти не пугают, по той простой причине, что, а чё нам, вон тут, как всегда, у нас там, да, ускорительные всякие эти частицы есть, холодячные бомбы есть, пока, то есть, погамаем вот как бы на, как вам сказать-то, на чистом энтузиазме. То есть, пока как бы есть у нас вот такая вот приколюшечка, что есть у нас робототехника, которая очень неплохо робототехничает. Поэтому, в общем, воевать пока не будем. То есть войсками. Видите, на минах не подрываются. Не подрываются, товарищи, на минах. А мы знаем, что если сделать вот так, то там будет что-то страшное. И пупс. И все, то есть заморозилось. Все заморозилось. А теперь можно и усилиться. Оп. И все прям вот пыльцой залилось. Пылью, но я так понимаю, что пыль действует и на, то есть, моих юнитов. То есть, понимаете, это такая вот приколюшечка, что и ваши юниты как бы вот подпадают под пыль, поэтому можно делать так, что уничтожать, допустим, здания вражеские, которые находятся под пылью, и, то есть, пихать туда свои юниты, которые будут, в общем, там шуры-муры наводить. Ну, в общем, вы меня поняли. Так, в атаку, в атаку, в принципе, в атаку, в принципе, в атаку. Если верите, вот сейчас она должна уничтожить ее, потому что они сразу полетят. Не полетели, короче, они сразу почему-то полетели вообще куда угодно, просто куда угодно. Ну, давайте попробуем, как танки себя будут вести. Мне, допустим, интересно, как себя будут вести танки. Вот просто как. Так, пока как бы ничего угрожающего тут нашей безопасности нет, но вот посмотрим. Может быть, они действуют только на, ну вы поняли, на, то есть, вот роботов, которые. Ну, я сомневаюсь, если честно, что она действует сугубо на робот, но я думаю, что пока, да, дойдут тут мои танки, то, короче, уже все перебьется тут. Все что угодно. Ну, нет, ну хотя, возможно, давайте, убивайте этих, как моих крагсбургеров. Вот, сейчас она мортира долбанет по танкам и, ну и в общем танки в безумие впали. Танки впали в безумие, куда-то поехали непонятно куда. То есть помчали на мины, короче. В общем тут нужны юниты, которые кидают далеко. Вот сейчас гриники попали, все, разбежались все, кто. Видите, то есть какая-то дезориентация вводится в наши войска, и, но это ненадолго. Но я думаю, с каждым, то есть последующим уровнем краба, значит, все будет меняться в точности да наоборот. Вот так вот, чикс. Вот, и мне кажется, ну что ж, да, придумали они достойно. Я не помню, до какого уровня я тогда дошел. По-моему, до 30-го я дошел уровня. Но мы помним, что краб создан лишь для того, чтобы вот как-то вас, скажем так, вывести из духовного равновесия вашего куркуля, и чтобы вы начали тратить камешульки, начали тратить, чтобы вы начали, в общем, вкидывать бабульчанские, которые вы там кровно накопили за все время там вашей жизни, и вкидывать их в игрулю, и после этого всего, то есть, и как бы вот она именно вот на этом построена вся игра, то есть и весь краб. Не для того, чтобы вы вкачались, а для того, чтобы. Во, видите, как здорово, они сразу под пылью и тррррр, прям вот жесть. А для того, чтобы вы, да, скидывали баблишко. Вон, видите, оттуда тоже повыскакивали пацаны, вообще, ребята. Так, значит, господа, снова в атаку. Ну, что-то я, да, опять ворвался, даже не разведомши. Вот, уже пошли шоковые пушечки пошли. Уже пошло все и вся, но как бы пока. Давайте, то есть, как-то вот сюда попробуем стрельбануть. И сразу, то есть, под пыль попадем. Вот, сразу мы под пыль попали и погнали. Погнали, 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 погнали. Войска, войска. И тут, значит, мы пойдем с этой стороны. Очень много мин, очень много вот этой вот всей приколюхи.
Пока, то есть закинем какую-то дезориентацию, попытаемся ввести, в общем, в выходное, в общем, войско. Хотя это, наверное, мне не очень получится сделать, потому что, ну, вот эта вот клевенькая, в общем, бомбометалка сейчас, в общем, размет... Ну, она, да, стреляет, в общем, по друг... совсем по другим вещам, по которым... Вот, отличненько. Ну, вы знаете, грины и, в общем, роботы, эта штука вообще несовместимая, понимаете? Это несовместимые вещи. Потому что они что-то там пытаются кого-то, в общем, нагибаторствовать, а их, короче, гренадеры, в общем, тут же гранатами, короче, подчпокивают, скажем так. Поэтому пока довольно-таки все просто. Седьмая стадия. Я не буду точно врать, точнее, не буду говорить, но, по-моему, до 30-й я стадии дошел. Но там уже было кровью и потом. То есть я уже восстанавливал войска, я уже, то есть, короче, было это довольно-таки, ну так, сумбурно, скажем так. Не было идеально, что я прям и вошел. Нет, это было довольно-таки тяжело. И я как бы там не был вот в топик, что там типа, о, смотрите, я вообще типа мегамен и все остальное в этом духе. Вот уже начались приколюшечки, где, короче, надо, в общем, включать уже какое-то минимальное, в общем, мышление, чтобы все это как-то порешать. Потому что, ну, как бы у нас есть авиация, и я думаю, что нет, видите, в общем, по ним тоже бьют все наземные пушки, то есть, в общем, не надо будет, в общем, строить какого-то спецстроя, чтобы ворваться. И вот, в общем, ну, пока, то есть, довольно-таки все несложно, то есть большое количество помощи. Единственный вот косяк, что они не разминируют мины, которые, в общем, лежат под ногами. Это они не делают. Пользуясь случаем, пока внесем смуту в армию врага и, в общем, по центратам разлетится и поможет нам в дальнейшем. Видите, я помню, что дальше будут, то есть, щиты, и они будут играть значительную роль в игре, потому что они будут раскиданы по всей этой огромной карте. Вот, сейчас там, короче, надо вот так вот делать. Вот, все, не успел. Ох, прервусь, ребята, господа, на паузу. Так, что, почала у нас запись? То есть, проверочка. Вроде бы пошла. Все, да, запись пошла, господа. Сорян, сорян, богдасорян. Теперь вы знаете, что мне звонила Татьяна. Косяк. Ну, в общем, ладно, как говорится, краба мы сделали. Правда, я сам не видел эту атаку. Вот, не знаю, где-то можно посмотреть ее. Вот, но пока посмотрим рекорд. Ну, уже рекорды есть. Ее когда? Ну, это как бы люди, наверное, которые... Опергруппа. Я русский, ого. Это я еще сынок, представляете? Это сейчас все исправим. Сейчас стопе, сейчас папка вырвется. Вперед. Это полюбасы те пацанчики, которые там вот... Там, где у них время, короче, пораньше начинается. Полюбасы это они. Вот просто 100%. Пока вот втащим вот так вот, чтобы там, в общем, нам помогали немножечко. И, ну и как бы вот, да, они там разлетелись, что-то постреляли. Ага, вот это на расклад таков. Вот, значит, пока гренадерчики. И вот это вот приколюшечка. Погнали. Пускай пацаны покидают минометным огнем. Чтобы, в общем, тут уже как бы это довольно-таки опасно. Но я так понял, эта штука довольно-таки слабая в общем, в жизненном эквиваленте. Поэтому надо вот пока внести смуту в ряды. Пускай там открывают, спасают, воюют. Гринники пока все четко делают. То есть сейчас построение прямо-таки идеальнейшее. Просто идеальнейшее построение по той простой причине, что гренадеры идут чуток позади танков, никуда не лезут, никуда не бегут. Просто идут и накидывают, в общем, по всей этой зеленой бяке по какой-то. И почему-то, в общем, войск-то там у нас вспомогательных осталось с гулькин нос. А и сейчас... В гренадера, как раз в гренадера угодило, в общем, выстрел угодил в гренадера, но так как у нас прокачанный пац, его это, в общем, не смело. Это радует, господа, что у меня гренадер выдерживает выстрел.
Просто пушки, мужик, в грудину, с пушки, тут. А он выстоял. Красавчик. Вот это я понимаю, мужик, мужичара просто. Остановил снаряд рукой. Вот. Все нормально, руки на месте, цел, чуток жизни только красненький. Как бы вот, была бы пушечка помощнее, конечно, то, наверное, на этом-то и все. А так, вот. Так, значит, господа, погнали дальше. Ну вот, у нас уже начинают тут что-то светиться бомбушки. Кстати, хочу сказать, что тут главное грамотно воспользоваться, то есть, всей ситуацией. То есть, вот это вот все дано очень хорошо по той простой причине, что... вот, а вы видели, что произошло? Я вообще сейчас офигел. Кто не обратил внимания, я сейчас намекну. Вот смотрите, раньше он просто летел, а теперь смотрите, он и падает как красавчик, то есть как настоящий, то есть падает такой там. Ух ты! То есть что-то все-таки значит в этой жизни изменилось. То есть и так. Главное, кстати, вот оружие врага использовать. Против него, против врага использовать, и тогда, как бы вот это вот поход по минам для гренадеров, это не очень хорошо. По той простой причине, ох, успел в танка, танк сейчас... Я сошел с ума, мне нужна она, Ну, нельзя же треки вставлять там другие какие-то, поэтому приходится петь. Вот, отлично, видите, то есть... А, вон оно что. Там кто-то просто пытается завладеть рассудком наших солдат. Отлично, все. Победа в воздухе куется на земле. Конечно, некоторые плюсы-минусы есть, в общем, этих воздушных парней. Конечно, да. Они не подрываются на минах, значит, то есть могут атаковать. А с другой стороны, мне бы надо было, может быть, где-то минки подрасчистить. Понимаете? И вот на этом как бы вопросики уже возникают. Да пока как бы, я думаю, ничего тут сложного не будет-то. То есть вот прям мистер Крабс нам прям вот сейчас преподнес, то есть некоторых приколюх. Мне прям, если честно, прям вот нравится. То есть что-то какое-то ноу-хау он ввел, и это, то есть, дает какой-то свежий глоток воздуха в нашу игрулечку, потому что ну, уже поднадоело, скажем так, прямо, что вот, ну, одно и то же, то есть какие-то там чего-то боссы одинаковые, ну, не боссы, я имею в виду, что прохождение, то есть, как таковое, всегда одинаковое. Да, вот тут сейчас, конечно, прям нормально нагребем мы этих. В общем, не рекомендую стрелять обстрелами вот сюда, по той простой причине, что поубиваете, в общем, союзников. Скажем так, они тут в глубоком тылу сидят. А если их поубивать, то зачем их убивать, если они нам нужны, как вот, скажем так. Вот видите, вот мины тут бы сейчас бы мы бы разминировали. То есть, если бы это были юниты, которые, ну вы поняли, да? Которые пехотные, мы бы их разминировали, и все. И было бы нам счастье. А так, у нас есть некая угроза вот подорваться. Потому что я же могу прошляпить какой-то важный момент. Пока все очень-очень неплохо. Пока, то есть, пока мы идем, можно подпилить, в общем, щиток. Подпилить, чтобы мы уже дойдя, в общем, уже, короче, имели уже сложенное здание и не ходили туда. То есть далеко-далеко, где земля. Вот и все. Щит упал. Феерическое шоу. Обстрел. Прям неплохой обстрел. Жаль, нельзя опергруппой долбить краба. Вот опергруппой было бы, мне кажется, очень круто. То есть такое же неограниченное количество, только это вот так вот происходит все. То есть одна за одной волна. То есть с товарищи посильнее, послабее начинают и поперли. Вот, потому что это было бы, мне кажется, гораздо прикольнее, чем... Вот, ну, вот такая система, что есть как бы вот у нас краб, и то есть каждый долбит как может. Тогда, мне кажется, было бы даже еще поинтереснее немножечко. Так, высаживаем гренадерчиков. И помним, что, в общем, нам туда вот направо можно-то и не ходить. Лево нас, да, устраивает целиком и полностью. Пока, то есть, все здорово.
Все здорово, пока можем пока пострелять. Можем пока похулиганить. Ага, пошла, пошла. Так, тут. Уходи оттуда, братан, а то сейчас вы тут начнете исполнять. Там, видите, они там сходят с ума все, и это не есть хорошо. Так. Ну, пускай там как бы вот подрывают они там все это добришко. По-хорошему-то я думаю, что можно и вот этих-то выпустить. Я же так думаю, что эти урон наносится, это же как бы здания, которые находятся на той территории базы. А соответственно, если они находятся на территории... Ох, что сейчас произойдет? И не успел я, главное, кинуть вот на то, чтобы мои эти попали под... Ох, надо вот уже сюда, потому что я прозевал там момент, и вот, да, сейчас чикс, и уже пилим, 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 все пилим. То есть можно делать вот и вот так. То есть, видите, кинули шок, выпустили пацанов, пацаны выпустились и начали там, я не знаю, шпили-вили, кто кого от изеншпицель, кто кого отшиповалит, понимаете? Ну, как бы тут пока все неплохо. Вообще 200 с лишним я энергии набрал. Я просто офигел. Ну, пока, то есть, я стараюсь как-то, не знаю даже, ну, не терять войска. Это начнем с этого, что это основополагающая приколюха, которая, я даже думаю, не надо было пыль кидать вообще на... Вы понимаете, что здесь есть еще вот кто, и вот кто. Вообще, наверное, сегодня непопулярный чувак. Просто непопулярный, мега непопулярный. Потому что смысл долбить его, когда есть вот это чудо, которое... Так, а вот тут вообще, то есть, знаете, в чем фишечка? Ага. Попробую сейчас, попробуем. Надо, в общем, задолбить нам вот это вот все нам надо задолбить. И можно даже не выдвигаться, вы понимаете? Можно даже не выдвигаться, если мы сейчас это все расстреляем, как я задумываю, вот, то можно не выдвигаться нам туда. Вот так вот, бах. И дабы не попасть в просак, еще вот эту долбануть, и все. Сразу высаживаем сюда пацанов и закидываем вот сюда. То есть, ну вот, как бы, все, жертвы этой не пали, разминировали. Я не уверен, что, вот, сейчас щиток-то упадет, конечно, жить. Вот, и как бы я, да, думал, что, наверное, да, ах, мало, очень мало их высадилось. Но это вот такая приколюха. То есть, ну все, они там сейчас пробегутся по, и на этом как бы все. Это очень долго будет, и вам очень будет неинтересно. Вот, а танки как бы я высадить не могу по той простой причине, что они вот, не знаю, сейчас если грины пойдут, они на расстояние, а нет, все четко. Будем, короче, кидать гринниками. Гринники, в общем, вообще красавцы, поэтому, в общем, кидаем пока ими. Тут как бы у нас появляется электроэнергия, тут как бы во, ох, 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 ох. Никого... Ай-яй-яй-яй, слетел один гринджан, дернулся, видимо, в сторону, в общем, он как бы вот в сторону там того, чего, как. И слетел пацан. Слетел пацан. Вот. А пока, ну, то есть, надо уже как бы танки подтягивать. Уже подтягивать нужно танки по той простой причине, что они нам уже сейчас нужны. Кидаем шоковую палку. Не тупим. Вот, значит, потому что если сейчас начнет кто-то тупить, то кто-то начнет умирать. А нам это не нужно. То есть пока, ну вот в одно, один как бы танк вот выдержал это все. Все это безумие. Ну, пока потерпим. Один, конечно, гренадерчик пал смертью храбрых, но не страшно. О, разбежались кто куда. Видите, они просто прут. Ну, вообще, ну, короче, назад, вперед, ну, безумие там полное, да давайте уже добивайте вы. Все, закинул я удочку, и вот получилось как-то. Один там все попер, все взрывается, все разлетаются, весело, 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 встретим Новый год. Но я думаю, мы восстановим одного гринджана, укрепить. Я планирую прокачивать пока... Вот как бы вот это.
Вот. До этого надо еще вот у нас столько. Поэтому я хочу ракетницы на максимум вкачать, потому что, ух, потому что я вижу у них огромный потенциал. Просто огромнейший потенциал. И я считаю, что ракетульки надо качать. Это вот прям то оружие против именно товарища Хаммермена. Все знают, что у нас есть товарищ Хаммермен, и то, что как бы у нас с ним небольшие разногласия. Я не могу его, в общем, пока втащить. Ух ты, а как так получилось, что пацаны вышли на другую сторону? То есть не поместились и... Ну, понятно. Вот, и я как бы хотел бы, наверное, чтобы прокачать это все, и оно тогда даст мне, в общем, неограниченную, скажем так, власть над его пехотинцами, потому что у него очень много, я заметил, что пехотных войск в таких ситуациях, когда, в общем, когда они там что-то мутят, то под конец, когда уже, то есть высокие волны идут, там вот эти вот пятерчатые, там семерчатые, ох, там что-то, ух, высыпало сколько пацанов. Вот, то они идут пехотой. Когда они идут пехотой, в общем, они, короче, блин, чуть-чуть я там не подгадал. Но по сути, короче, это умение заморозки. То есть используется в этой теме умение заморозки. То есть она же у нас там морозит, только видите, тут довольно-таки длительный эффект. То есть оно долго отмораживается и стреляется. Кстати, хочу погонять с заморозками. Там говорят, их что-то улучшили, прям они теперь не так тупят, как тупили раньше, не бегут там вперед паровоза. То есть, опять же, с танками их можно вкинуть. Как гренадеры. О, а там когда-то гренадеры еще успели поумирать. Ну вот, как бы видите, пехота штука такая. Не проследил, я даже не понял, где они. Может, подорвались где-то, может, еще что-то. Ну, то есть вот такая вот приколюха. Видите, как нехорошо-то получилось. Ладно, долбанул вот так вот просто. Видите, сейчас я вот просто показываю, и все, я перебил все, что я высадил, скажем так. Вот, так, все, распустили, скажем так, солдафонов. Вот, и все, погнали. Пока, в принципе, все неплохо. При том учете, что это будет длиться довольно-таки длительное время. Поэтому можно войска как бы в ухнарь вкатывать. То есть, как и на опергруппах мы делаем это. Вкатывать в кокулю. И потом уже что осталось, скажем так, ждать. Победа. Пока все как бы норм. Два грина. Вообще не понимаю, когда они там успели ласты склеить. Просто не понимаю. Но я думаю, следующую бригаду я попробую замутить заморозками. Вот, то есть как-то что-то поинтереснее придумать, потому что, ну, как-то потому что надо что-то как-то придумывать. А в этой ситуации я, кстати, тоже придумал, как эту приколюху, в общем, на подобмануть, скажем так. То есть вот сейчас она будет стрелять, первый выстрел сделает сюда, и банда подлетит и начнет ее грызть. Вот, приколюха, да? Ну, тут как бы нету банды, поэтому, ну, как говорится, как успеет, так и попрет. Сейчас она долбанет, они успеют разлететься, кто куда. Ну, то есть уже разлетелись кто куда, это уже хорошо. Опять, видите, хорошая вещь, хорошая, прям, ух, вон, ну, один парень вовремя подлетел туда, куда надо, а мы высаживаем, в общем, войска. Ну, это пока да, у нас тут все простенько, потому что легенькие бумбушечки идут. Такие не тяжеленькие совсем. Так, тут у нас надо бы как бы, конечно же, подчистить. И погнали, погнали. Тут прям же скач пошел, господа. Принять немножечко надо вот сюда. О, то есть чувствуете, да, что надо уже притягивать, в общем, силы, которые вот извне. От разбежались кто куда. То есть, видите, не слушаются. Не слушаются, безумничают. Вот ханалия и все остальное в этом духе. Опасно тут, конечно, все бегать пехоте, потому что
Надо бы вот сюда ее кинуть, там вот что-то он куда-то, он гриники какие-то, он дах, накрыло. Кстати, по-моему, на медиков эта тема не работает. То есть они как бы вот как были, так и есть. Так, медик там что-то пострадала, парочка медиков, но вроде пока никто не сдвинул ни ласты, ничего. Ну, тут, в принципе, видите, уже началось подготовочка к тому, что вот есть и такие вариантики. То есть, что может... Может, что щиток уже и быть в двух сторонах, но как бы он там не сильно мощный, поэтому я как бы думаю, я его раздолбаю. Вот, они, видите, друг дружку там обстреливают. Друг дружечку там. Ну, сейчас, в принципе, щит падет уже и так сам по себе. И можно и подобстрелять там, сколько у нас есть. Выстрелечков. Все, отлично. Победили мы всех. Победили мы вся. Пока норм, то есть пока норм, вроде потерь у нас нету. Ну, за исключением тех, которые были. Атаки 3 из 8 есть. То есть тут теперь что-то увеличили количество атак, я так понял. Думаю, я с какой стороны лучше зайти, по той простой причине, что уже начинает ужесточаться. То есть я думаю, надо вот тут вот пройти. Легче будет пройти. Для тебя я что-то как-то не подумал. Там еще какой-то генератор, да, стоит у нас на усиление, чтобы прямо на... Ага, там сейчас, вот, отлично, там сейчас... О! Красотулечка, просто красотулечка. Рванула, заморозила. Это мы сейчас прямо вот под лихую песенку все мы это положим. Или покладем. В общем, надо отсюда уходить уже в сторону вот сюда. Энергики мы там подобрали сколько смогли. А здесь сейчас жестко нам будет мешать вот эта штукенция. По той простой причине, что она у нас еще и усиленная там. А пока минку главное не задеть вон ту холодильную мину. Потому что я думаю, надо туда будет куда-то как-то так зайти, чтобы подбросать минчиков. И они как бы вот подзаморозили приколюху эту. Да, шоки здесь не очень приятные, но терпимые. То есть не будем. Или хотя чего не будем-то. Надо гасить шок, потому что отсюда-то открывается шикарный вид в общем, на пулеметные гнезда, на ракетные, то есть гнезда будет, наверное, так правильнее сказать. Сейчас мы частичку гнезда отчекрыжим. Вот. Отчекрыжим мы частичку этих. Ой, там что-то, по-моему, детонировать собралось. И пока собралось детонировать, подзакидываем, короче, вот туда пару робастеров, которые четко все сделают. Вот так. Опять какая-то шоковая вышка там была. Ну, в общем, давайте вот сюда. Под каждую прям я закидываю, чтобы они там, у них безумие вообще началось страшное. И они не знали, куда бежать, кого стрелять. Так, там главное, чтобы вот гриники не начали исполнять. Во, отлично, там попали, что-то развернули пушенцы. То есть, видите, да, как можно... У, опасно, опасно, сейчас там разлетит. А, отлично, отлично, опять отлично. Вот туда, все, нам туда дальше не надо просто. Ух. В этой ситуации можно спасти танки вот так. То есть, если получилась такая ситуация, что как бы вас зашокировали, вы берете, просто закидываете туда. И все. Дымок. И спасаете свою жизнь. Я думаю, сейчас там дальше попрут уже, знаете, эти супер орудия, всякие бластеры, которые прошивают и все остальное. Я вот сейчас серьезно говорю. Победа, опять победа, это хорошо. Прямо уже бонусики хорошие начинают вылетать. У меня уже баблище, я не знаю, куда его девать. А у меня там еще 10 часов будут мины улучшаться. Я вот сейчас посмотрю. В принципе, 8 лимонов я могу улучшить
в общем, вот этих пацанов улучшить. Ну, пока играем, то есть пока как бы мне не мешает. Ну, деньги уже девать некуда, просто некуда. Просто вот некуда девать деньги, что с ними делать, раздавай. Был бы банк какой-то, как вот в Ведьмаке. Захотел, положил, не захотел, не положил. Так, тут как бы вот в любом случае мне очень будут мешать вот эти вот вышки. А если они будут мешать, зачем их? Ух, началось. Началось. Началось, господа. То есть уже, то есть все сильно, сильно тут поставлено, все хорошо. То есть закидываю вот сюда пацанов, стреляю, пушка отвлекается на то, что они там есть, кидает в них. Во, и теперь мы, в общем, высаживаем войска. Высаживаем войска, а там, оказывается, дотягивается до них. В общем, вот та приколюха. А мы как бы пользуемся тем, что... Ах, все равно у нас кинули. Ха! Видите, как хорошо, что нас подшокировали. То есть подшокировали и как бы не действует это все. Ох, там безумец танк, вот и все. Пока, то есть, танк сходил с ума, его, короче, втащили. Тащовича сделали. О, там, как бы, я так понял, разбежались все на свете. И улетел еще один медик, пока мы там, в общем. Во, отлично. Прям вот отлично. Очень вовремя все произошло. Так. Нам надо... Да можно, в принципе, и к одной так-то. Вот, как бы так-то можно и к одной ворваться. Так, а что оно тут? Оп-оп. Успела, зараза, она отстреляться. Я сейчас, наверное, с одной стороны зайду. Вот. Значит, что я тут? Я думаю, надо подорвать здесь холодильник, потому что он как бы здесь нам не нужен. То есть, я не знаю, просто сдетонировавший холодильник, наверное, да, вот разорвал. Видите, эту штукенцию. Ну, нормально, все равно, неплохо получилось. Давайте вот так вот сделаем. Оп. Как бы гриников я освободил. 1,5 минуты, я думаю, за это время мы успеем дойти до туда. И как бы вот тут так какая ситуация, надо вот уже освобождать. Все удобненько, довольно-таки орудий там нету уносящих. Ага. Так, погнали. Все, сейчас они пыль там пооткрывают и начнут, то есть, и начнут там месить. Месить начнут все и вся. Надо вот так как-то сделать. Все отличненько, все неплохо, все хорошо. 120 у нас есть. Я даже сейчас затупил, между прочим. Надо было щит ломить. Этим всем надо было ломить щит, а не стрелять в щит как таковой. Затупил бацантра, базару нет. 100% затупил. Вот, и там почему-то, я думаю, вот, не на норм. Но все равно щит падет, я вот только не знаю, успею я. 40 секунд. Надо было щит ломать и уже бы, то есть, долбили бы эту, не щитушечку, а добили бы. Ну да, не хватило одно это, я бы выпустил там мух, и они бы... Во, отлично. Сейчас выпущу мух, и мухи, то есть, там уже как-то тоже немножечко поддобавят. И жизни, то есть, они заберут немножечко. Да не, но должен успеть. Хорошо идут, хорошо. Месяц. Вот, отличненько. Но ведь да, вот это пушки безумия, конечно, это круто. Это очень круто. Прям танк слетел лихо. Слетел медик лихо. То есть прям на моих глазах. Можно, я думаю, все это дымом прикрывать. Можно это все как-то чего-то. Все, баблище девать некуда. Просто некуда. 10 часов, я думаю, там что-то не изменится как-то вот кардинально. Но на один камень, мне кажется, там просто. Просто 8 лимонов. Ну, потому что я не знаю уже, куда их девать. Вот, тут пока отлично все. Ресики пока, да, конечно. Еще на одну атаку, короче, и все. Ну, мне кажется, я прекращу вот атаковать. Смысла не вижу. Но, кстати, вот после вот такой вот темы будет очень много будет, ну, скажем так,
после того, как раб закончится, у всех будет очень много энергии, очень много ресурсов будет у всех. Так, тут главное вот начать с нужных вещей. Начать с огнеметов, потому что огнеметы это зло. Огнеметы это зло. Вот. Что-то как-то хитро я кинул и ни в кого не попал. Так, вот это вот так вот. Так, хорошо, хорошо. Стреляем, кидаем, гранаты летят. Это мина опасная, тем самым, что она... Пока не опасные бомбушки идут, не опасные. Я вот хочу отвести по той простой причине, что нам туда не надо. Прикроем медика, не будем отдавать его на крестный ход. Вот, значит, закинем сюда, значит, пацанов. Пацаны пробежали, все разминировали, четочки. Бочком пройдемся. Пройдемся бочком. Как бы щит не очень сильный. Я подсобираю сейчас электроэнергии, чтобы втаскунить щит, скажем так. Сейчас закину немножечко, чтобы отвлечь пушенцы. И отлично, все получилось так, как мы задумали. Так, только вот это вот надо, наверное, вот сюда и обстрелять вот эту. Ох, хорошо как! Притулил, прям вот, прям мимо мины пробежал, где уродец, просто уродец. Просто мимо мины пробежал и хапанул ее. Ух, я чувствую, что, короче, не знаю, просто... Это мы снесем, я просто вот что-то не помню, достают ли вот эти штукенцы до сюда, потому что это сейчас безумие будет, то это будет, я не знаю даже что. Это будет не есть хорошо. Главное, чтобы дальше никто не сувался, а просто вот как есть. Стояли они и стояли. Все отлично. Вот видите, чем я люблю гренадеров. То есть, вот видите, они раздолбили половину того, чего там, в общем, стояло на той стороне Луны. Не хватит, короче. Нет, хватило, отличненько. Все, щит пал. Отлично, все отлично. Тут вводим смуту. Там все стреляют, безумие. К сожалению, вот жаль, вот эти приколюхи на его не действуют орудия. Просто, чтобы они там, не знаю, ну куда-то в другую сторону стреляли, было бы тоже неплохо. Потому что по времени, то есть перезарядки было бы тоже какая-то. Уже, вот видите, пошли напыленные статуи. То есть все прям уже, все уже по-серьезному. Ну я уже теряю войска. Я вижу, что я уже потеряю войска. Так, вроде по чуть-чуть, по одному, понемножечку, но тем не менее, как бы пацаны слетают в легкую, но слетают, да. Вот медик один у нас опять пал смертью храбрых. Чё я предлагаю? Не знаю, предлагаю пока покопить ресики. Покопить по той простой причине, что может быть улучшить что-то намного. Вообще миллион надо камней, просто тоже древ просто забилось в упор. Надо было, короче, ладно, на один день ресурсы мои освободились. Ну и крайняя атака, господа, крайняя атака. У-у-у, какой классный сон. Я помню, были такие штуки, были, помню их я. Помню. Сейчас, значит, в атаку. И погнали. Нет, тут гренадеров нельзя высаживать по. А, серьезно? Ну так даже, наверное, лучше, мне кажется. Расстрельчик. Отвлекушка. Медики. Шок.
Вот, видите, как здорово. Я не достаю, а они достают. Так, сейчас войска начнут сходить с ума. Ах, успела. А, она стреляла в пехоту. А мы крылатая пехота. И цвет небесно-голубой. У нас опасная работа. Идем с небес на землю в бой. Вот тут, конечно, интересно, потому что надо много-много чего снести. И я думаю, стоит сносить это все на... В общем, не тратить, скажем так, силу земли, а на шоках пока продержаться. Оп, вот так вот. Немножечко сейчас, скажем так, ворваться на шоках, сколько там будет варианты. И теперь бомбануть вот так. Пух. Ах, не подуспел я немножечко. То есть вот так вот полетели мы. Так, они уже начинают оттаивать. Погнали. Вот все, все у нас оттаяли. Уходим вот сюда. Кидаем, потому что как бы вот... А тут... Оп, оп. Пока вроде бы все неплоховецки получается. Главное вот не лезть туда, не лезть туда, и все вот будет хорошо. Вот, не лезть туда. И уходить вот сюда. А тут шоковые вышки. Тут шоковые вышки. Тут все серьезно. Тут прям полетело у нас. Надо было, да, закинуть, короче, туда. Закинуть туда чего-то, чтобы, в общем... Видите, узкий участок прям... А мне надо, чтобы они вот сюда шли, а они сюда не идут. Не идут они сюда по той простой причине, что им это не надо. И у нас осталось 50 секунд. 50 секунд. Нас все тормозит. У нас все, нам все мешает. Нам все, короче... Вот так, отличненько, отличненько, давай, может и успеем. Хотя, кого я обманываю, что мы там успеем? Я вас умоляю. Успеем, что сделать? За 30 секунд втащить, втащить щит и втащить этот? Вряд ли. Нет, сейчас, конечно, со второй атаки мы уже сейчас пройдем, то есть нормальненько, потому что я уже тут все расчистил, правда, потерял огромное количество войск. Ну, там, блин, все сделали для того, чтобы расставили все грамотно. Мощные пушки, и шоки, и все, в общем, там одно к одному все было. Ну, как бы вот сейчас я просто обстреляю туда вдаль щиты и на легкой пройду туда. Все. Не успел. Поражение. Поражение, то есть с потерями. Вот. Сейчас я, господа, короче, прервусь на мгновение доли, а вы посмотрите, в общем, как я поставлю паузу. Итак, чувачочки, снова я вернулся к вам. И, в общем, ошметочной своей армии, короче, сейчас попробую, в общем, втащить, втаскуна сделать, скажем так, в общем, вонючки крабу. Мы помним, да, что я планировал сделать обстрелосы того, чего мы тут, короче, видим. И я надеюсь, что нам еще хватит высадить войска на это все. И еще вот так вот. И погнали, 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 погнали. Так, все отличненько. Все пало смертью храбрых. Щит пал. Вот так кидайте. И в этот момент, то есть, тогда все будут бежать прямо вот по кромочке. По крамчулечке будут бежать, насколько вот это возможно при, то есть, приармяниться к краю, скажем так, ну вы поняли, да?
Вот, так, гринники уже прибежали, все четко. Начинают, ну, уже закидывать. Блин, забыл я, что надо подкидывать, в общем, по другую сторону. Вот. Видите, фишка в чем? Танки, короче, отворачивают свои дуляшки в другую стороняшку. Ну, в общем, как бы мы как бы нагнули базу. Тут спору нет. Ну, как бы это крайняя атака, вот такая феерическая. В общем, мы ее посмотрим. И на этой зеленой вбрызгающей ноте, я думаю, можно и закончить наше шикарное видео, которое мы наснимали аж ого-го сколько. В общем, ну, в общем, что, пацандра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И на ноте победа, в общем, смотрите, чтобы у меня было 3 миллиарда просмотров. И даже медика как-то умудрился потерять. Но это уже как бы дело девятое. Всем спасибо, всем пока.